И последнее. На свидание с драконом. В Петербурге прошел необычный флешмоб. Его посвятили встрече китайского Нового года. Участники несли на руках сказочного змея и поздравляли прохожих. Первый раз в честь восточного праздника дракон пролетел по Невскому проспекту год назад. Тогда фигуру мифического существа сделали своими руками из воздушных шаров. На этот раз символ праздника настоящий прибыл прямиком из Поднебесной, где он был реквизитом в одном из национальных цирков. Китайский Новый год во всей Восточной Азии отмечает более 2,5 миллиардов человек. Кстати, там летоисчисление существенно отличается от нашего. Сегодня наступил 4711 год.